первый официальный визит министра иностранных дел Пакистана после 2004 года. Вчера мы напрямую поставили этот вопрос перед президентом Асадом, который подтвердил, что он уполномочивает вице-президента Фарука Шара проводить контакты со всеми оппозиционными группами и организовывать национальный диалог, который будет инклюзивным и который будет охватывать все сирийские силы политические. Вчера вы были в Дамаске и встретились с президентом Асадом. Хотелось бы знать, присутствие иностранных наблюдателей всегда играет сдерживающую роль. И непонятно было, почему ряд стран Персидского залива отозвал своих представителей из этой миссии, и почему вслед за этим эта миссия была приостановлена. Как раз тот момент, когда ее доклад должен был рассматриваться в Совете Безопасности ООН.